Уважаемые студенты, сегодняшнее наше лекционное занятие по дисциплине маркетинг посвящается товарной политике. Изучая эту тему, мы рассматривать будем такие вопросы, как товар, инструмент удовлетворения потребности, товарный ассортимент, конкуренция и конкурентоспособность товара, жизненный цикл товара и его основные этапы, понятие нового товара, процесс эффективного внедрения товара на рынок, товарная политика и инновационная стратегия товара. На слайде приводится рекомендуемая литература и ключевые слова по теме. Рассматривая первый вопрос «Товар как инструмент удовлетворения потребности», можно сказать, что товар – это все, что может удовлетворить потребность потребителя и предлагается рынку целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Для маркетолога важным является такая важная характеристика товара, как его полезность. Для того, чтобы товар пользовался спросом, наряду с техническими характеристиками, товар должен обладать еще характеристиками маркетингового окружения. То есть он должен иметь ценность для потребителя, наличие сервисного обслуживания, привлекательный дизайн, известную марку и приемлемую цену. На слайде вы видите схему, посвященную классификации товаров. Здесь можно увидеть, что товары делятся на традиционные – это биржевые, промышленные, потребительские. Товары есть услуги – это бытовые, социальные, деловые. Есть товары нетрадиционные – это территории, организации, люди, идеи. Потребительские товары, в зависимости от характера предъявляемого спроса, включают в себя следующие подгруппы. Товары повседневного спроса. Это основные товары, товары импульсной покупки, экстренные товары. Товары предварительного выбора, особого спроса и пассивного спроса. Изучая второй вопрос, товарный ассортимент, можно сказать, что ассортимент – это состав выпускаемой продукции по видам, типам, сортам, размерам и маркам. Основными характеристиками ассортимента являются принцип формирования ассортимента, широта ассортимента, глубина ассортимента, насыщенность ассортимента. На слайде вы видите схему торговой марки. Торговая марка представляет собой любое имя, термин, знак, символ, рисунок, образ, свет или их сочетание, предназначенное для идентификации товаров или услуг одного производителя или их группы. И их дифференциации от услуг и товаров конкурентов. Товарный знак – зарегистрированное в установленном порядке обозначение, символика, позволяющая отличать товар данной фирмы от товаров других фирм. Другими словами, это та часть марки, которая обеспечена правовой защитой. Правовая охрана товарного знака – то есть законодательная база. Во всем мире считается Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года и Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1981 года. На следующем слайде вы видите виды товарных знаков. Это словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и другие обозначения.
Функции товарных знаков. Это отличительная функция, информативная функция, рекламная, охранная, гарантийная и психологическая функция. Подробное описание вы видите на слайде. Следующий слайд посвящается сущности бренда. Бренд – объект с уникальным названием и символами, и с обязательно устоявшейся положительной репутацией в сознании потребителей в региональном, национальном, международном или глобальном масштабе. Бренд – это марка, которую потребители узнают по дизайну и названию. Если рассматривать предназначение бренда, то можно сказать, что наличие брендированных товаров облегчает потребителям их выбор, повышает уровень лояльности потребителей по отношению к фирме и торговой марке, добавляет товарам компании дополнительную стоимость, которая приносит ей ощутимую прибыль. Важное место в товарной политике имеет упаковка. Упаковка – определенное вместилище или оболочка, в которую помещается товар и в которое в большинстве своем надлежащим образом оформлено. Создание упаковки может рассматриваться как один из важнейших элементов реализации маркетинга. Перечень возможностей, которые открывает перед предприятием упаковка, вы видите на слайде. Упаковка имеет свои основные функции. Это защита товара от внешних возможностей вреждения, сохранение потребительских свойств товара, обеспечение создания рациональных единиц груза для его складирования и транспортировки и содействие в продвижении товара на рынок, создание оптимальных единиц для продажи. Неотъемлемой частью упаковки является маркировка, а в отдельных случаях и наличие специальной печатной информации о товаре, который помещается на упаковке или содержится в отдельном вкладыше. Маркировка – текст, условное обозначение или рисунок, нанесенный на упаковку и товар, а также другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, а также служащие для доведения до потребителя информации об изготовителях, количественных и качественных характеристик товара. Маркировка призвана выполнять следующие функции: информативную, идентифицирующую, эмоциональную, мотивационную. Обычно выделяют производственную и торговую маркировку. Структурные элементы маркировки вы видите на слайде. Это текст, это рисунок, это условные обозначения, то есть информационные знаки. Информационный знак в виде черно-белых штрихов и пробелов разной ширины, а также соответствующих им цифр, является штриховым кодом. В мире существует более 50 различных систем штрихового кодирования. Наиболее распространение получил код, созданный Европейской ассоциацией товарной нумерации. На слайде вы видите виды штрихового кодирования товара. Существует три основных вида кодов, каждый из которых имеет соответствующую область применения. Если рассматривать структуру штрихового кода, то на слайде приводится доскональное объяснение этого вопроса. Следующий наш вопрос – это конкурентоспособность товара. Комплекс потребительских и экономических параметров товара, обеспечивающих его преимущества по сравнению с товарами-аналогами. Качество товара – это степень удовлетворения потребностей, решения проблемы потребителя. Качество выступает комплексной характеристикой конкурентоспособности товара и оценивается следующим комплексом потребительских параметров товара.
Это нормативные потребительские параметры, это жесткие потребительские параметры и мягкие потребительские параметры. При выборе товаров потребители отдают предпочтение тем товарам, у которых отношение полезного эффекта от использования товара к затратам на его приобретение и эксплуатацию являются максимальными. На слайде вы видите формулу конкурентоспособности товара. Если рассматривать методику оценки конкурентоспособности товара, тогда можно сказать, что эта методика состоит из трех этапов. Первый этап – это анализ рынка и выбор наиболее конкурентоспособного товара-аналога в качестве базы для сравнения. Второй этап – это определение набора сравниваемых параметров. Сравниваемые параметры необходимо разделить на две группы. Это первое – параметры, характеризующие потребительское свойство товаров, а второе – параметры, характеризующие стоимостные свойства товаров. Третий этап – расчет сводного показателя конкурентоспособности. На данном этапе определяют параметрические индексы по каждому параметру, отражающие степень удовлетворения потребителя тем или иным критериям. Формулу третьего этапа, то есть расчета сводного показателя конкурентоспособности, вы видите на слайде. Следующий вопрос – жизненный цикл товара и его основные этапы. Теория жизненного цикла товара была разработана Теодором Левитом в 1965 году. Суть теории состоит в том, что каждый товар проживает определенную жизнь на рынке и рано или поздно вытесняется другим, более совершенным товаром, лучшим образом удовлетворяющим потребности потребителей. Жизненный цикл товара, все время, в течение которого товар находится на рынке, с момента своего выхода на него до момента снятия с производства. На слайде вы видите классический график жизненного цикла товара, где досконально описываются все стадии жизненного цикла товара. Если рассматривать виды жизненного цикла товара, можно сказать, что протяженность отдельных стадий жизненного цикла товара и интенсивность перехода от одной стадии к другой имеют существенные различия в зависимости от специфики товара и рынка. Самый длительный жизненный цикл товара характерен для сырьевых товаров, самый короткий – для технических новинок. Следующий вопрос – понятие нового товара. Процесс эффективного внедрения товара на рынок. Проблема новых товаров в маркетинговой деятельности – это один из ключевых вопросов успеха на рынке. С помощью товара, имеющего рыночную новизну, предприятие выдвигает вперед, формирует новый рынок, опережает конкурента, увеличивает свои доходы. Существует система критериев, по которым можно определить рыночную новизну тех или иных товаров. Рыночная новизна – это и новая упаковка уже известного изделия, новая цена по сравнению с товаром конкурента, использование новых сырьевых материалов и технологий также является признаком рыночной новизны товаров. Новинку можно получить двумя способами. Купить патент, лицензию на производство товара, чужое предприятие. Или создать собственную новинку в результате исследований и разработок. Новый товар отличает отсутствие аналогов на рынке, улучшенные варианты или модификации существующих товаров, рыночная новизна, новая сфера применения. На следующем слайде приводится схема, посвященная этапам разработки нового товара, где вы досконально можете увидеть 8 этапов разработки нового товара. В процессе эффективного внедрения товара на рынок имеет важное место сервисное обслуживание. Сервис – это комплекс услуг,
оказываемых покупателю с целью обеспечить эффективное использование купленного товара в течение всего времени его эксплуатации. Виды сервиса бывают предпродажный сервис и послепродажный сервис. Принципы формирования сервисной политики вы видите на слайде. Следующий наш вопрос – товарная политика и инновационная стратегия товара. Чтобы создать товар, необходимо множество предпринимательских и маркетинговых решений. В маркетинговой деятельности такие решения касаются четырех направлений – товарной политики, ценовой политики, распределительной из бытовой политики и коммуникативной политики. При этом товарная политика является ядром маркетинговых решений, вокруг которой формируются все другие решения, связанные с условиями приобретения товара и методами его продвижения от производителя к конечному потребителю. Товарная политика – это маркетинговая деятельность фирмы, связанная с планированием и осуществлением стратегических и тактических мероприятий, направленных на решение следующих проблем. Рациональная организация работы в рамках имеющейся номенклатуры товаров, заблаговременное осуществление разработки новых товаров взамен товаров, подлежащих снятию с производства. Целью товарной политики является стремление придать управляемость процессу поиска фирмы своего места на рынке или рыночном сегменте. Товарная политика задает направление развития товарного ассортимента и поэтому неразрывно связана с инвестиционными задачами роста, сохранение позиций и изменение курса. Цели товарной политики и товарной стратегии вы видите на слайде. На следующем слайде вы видите этапы товарной политики. Это расширение зон обслуживания, здесь расширяются границы, ведется поиск новых рынков. Второе – финансирование. Здесь определяются способы финансирования и максимальная сумма расходов. Третье – это степень риска. Здесь определяется приемлемый уровень риска. Четвертая – степень новаторства. И пятая – сбалансированный ассортимент. При разработке товарной политики основными задачами реализации товарной стратегии являются инновации, обеспечение качества и конкурентоспособности товаров, создание и оптимизация товарного ассортимента, вопросы о товарных марках, создание эффективной упаковки, анализ жизненного цикла товара, позиционирование товаров на рынке. Для реализации данных задач инновационная политика имеет ряд особенностей. В настоящее время существует несколько основных видов товарных стратегий. В общем виде их классификация представлена на схеме, которую вы видите на слайде. Все товарные стратегии в маркетинге, будучи ориентированными на перспективу, условно делятся на четыре группы, связанные с инновацией, вариацией, сохранением или элиминацией товаров. Товарные стратегии инновационного типа ориентированы на формирование программ по разработке и внедрению новых товаров и услуг. По форме своего осуществления они делятся на прогрессивные и дегрессивные инновации и диверсификацию. Следует отметить, что выведение на рынок новинки сопряжено с риском провала. Согласно статистике, на американском рынке, к примеру, до 40% новинок на потребительских рынках оказываются невостребованными ежегодно. В конце лекции приводятся контрольные вопросы, которые вы можете использовать для повторения пройденного материала. Спасибо за внимание.